Недавно Ксения Собчак раскритиковала программу «60 минут», которая выходит на канале «Россия-1», указав на ошибку, допущенную в эфире ток-шоу Ольгой Скобеевой. Слова журналистки касались эфира про Елизавету II, в котором продемонстрировали запись с королевой, бросающей продукты на землю африканским детям. Собчак пояснила, что данное видео никакого отношения к Елизавете II не имеет. Это вообще отрывок фильма, и на нем присутствует актриса, которая бросает деньги, а не еду. На тот момент королева еще не родилась. Также Ксения оскорбила ведущих, назвав их тупицами. На высказывание журналистки отреагировала Скобеева и ответила на слова Ксении, напомнив ей, как та перепутала Ирак с Ираном. Собчак, Ирак-то с Ираном больше не путаешь. В любой большой редакции люди совершают ошибки. И в нашей, самой лучшей, тоже, конечно. Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда, упал, поднялся, вытер пот со лба, побежал вперед. 5 часов прямого эфира каждый день. Ты вообще соображаешь, как это? Дорогая моя тамада, ответила Собчак Скобеева. Ольга пояснила, что многие ведущие иногда ошибаются, без этого никак. Люди устают за время многочасовых эфиров и могут сказать что-то не то. Также телеведущая отметила, что Ксения как сосала серебряную ложку, так и будет ее сосать.